Клевые вообще, это как бы очень, очень полезную как бы фичу добавили в Discord, да, невероятно. Ну, узнаешь, когда найдешь. Ну вот, значит, не она. А завтра есть мониторинг по ИКТ, интересно? Ну, есть или нет? Да? Точно? А чё там писать? Блин, а я даже не знаю, как эти маски делаются, типа, для лица. Там что-то побитое, это, и, по-моему, надо применить. Тогда что-то там получится, какая-то жопа. Да, да, хороший вопрос. Ну и правильно. Как всегда. Стой, между русским и матишей 4? Нет. А между русским и физикой 1? А. Майя? А, смотри, День России, а потом ИКТ сразу. А если я на митинге останусь, потом в спецприемнике? Не успел на ЕГЭ из-за того, что в СИЗО сидел. Ну да. Только я тебе скажу, что если... Я могу за это время просто, не знаю, там просто, телеграм написать просто, блин. Вот между русским и физикой 1-2 дня за что? За что? За что? Почему нельзя было сделать наоборот, чтобы физика, типа, дальше всех была? Потому что это жопее всех. В прошлом то же самое с информатикой было, она тоже через 100 лет была. Там уже все сдали, уже там что-то там уехали куда-то, у меня информатика. Да. Ну и чё, где-то? Зато она ко Дню России уже свободна. Да. Искин шоу.
Аишка. Аишка. Вообще, ну, я Брэд Мауэр только включил. Хотя, стой, подожди. Сейчас, секундочку. Да, я сейчас через Брэд Мауэр позволю. Так, хохляч запущен. Пробуй. Жопа? На. Это Брэд Мауэр был. Обсосанный. Нахрен он нужен? Ой. У меня принтер внутри из говна уже состоит полностью, потому что он возле окна, а из окна земля летит. Да, ну я говорю. 6.42. Охренеть. Да. А это мы еще киберпространство даже не знаем. Что? Ой, на чем мы закончим? Музыка напряженная. Мы закончили на том, что я двух роботов убегал, по-моему. Да, я сейчас догоню. Тут червяк. Чмо стоит. Нет, тут здесь чмо стоит. На ваншот просто паскуль. Я на лифте уехал, тут второй ярус есть. Блин, так все кошмарно выглядит. Ты понимаешь, вот это типа космический корабль? Типа то почему? А. Зачем сделали, короче, вентиляцию, в которую... А, я прогнал. О, вот это мне музыка из всех саундов понравилась больше. О, тут паркур. Стоп, а почему он на карте не поме... Я провалился в него. А, я идиот, тут был. Я в самое начало упал. Кстати, у нас код есть уже, в принципе, почти. У нас еще есть выбор, короче, на второй этаж спуститься и взять какую-то импосту. В имбовость, в которую я не очень верю. Либо найти... Я отравился. Либо найти... Этот передатчик и к нему код подобрать. Чё ты нашёл? Мы как раз должны с этой тёткой встретиться. Точнее, Шодом что-то там просил-то пойти. Зачем-то. Чё? Сейчас, секунду. Я тоже не слышу, что там шепчешь. Это консоль, что ли, типа? А чё у тебя там на ней есть? А, ты их что-нибудь... Стой, ты правой кнопкой по ним нажимал? Они должны были типа в тебя всосать. Война происходит. Ну просто шанс как бы есть, что ты взломаешь. Но он херовый слишком. Не, ну там типа больше 50% обычно. На деле херня выглядит. Тут какой-то чужой стоит, короче. Он меня не палит, типа я не знаю. Запалил. Нет, не запалил. Начал. А,
у меня есть еще этот, как его, пси-умение, которое улучшает, ну, короче, упрощает взлом. Надо какой-то триггер зацепить, чтобы музон опять запустился. Каск. Стоп, может у меня вообще код есть от этой двери? Я просто что-то находил, хотя нет, нету, скорее всего. Вообще-то 55%, что я на красную нажму, ну ладно. А, понял почему. Ну ладно. Да ёлки, тут всегда приходится, походу. Ну. А, все. О, 10 модулей. Это что такое? Тяжелая броня. А у меня какая? Стандартная была. Нихера себе, что там звучит? А, усилитель сил. Так звучит смешно. Посмотри по декларации, где это есть. И кристаллическая ветвь еще одна валяется. О, чувак повесил. В смысле сил 6? Вы чё, охерели, что ли? Стой, ну-ка, а если я усилитель использую? Я даже не могу посмотреть, что это броня. А, 40 дает, фу, херня, блин. И для этого мне надо колодец постоянно, потому что я вкачать не могу. А, нихера себе, этот объект, это ствол, походу, какой-то. Блин. Да. Стой, это чё? Это Тилур. А, Тилур где у нас? Так, смотрим декларацию. Где? Репорт, бокс. Победа, передатчик. Доступ закрыт системой охраны Ксеркс. Декларация развлечения. Гали, иди, бла-бла-бла. Тилур, две штуки, во. А где здесь находится эта херня? А? 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 В другом отсеке, походу. Найс. Да, это херня в другом отсеке. Футбольная площадка, это я, помнишь, мы типа отходили куда-то, короче, я знаю примерно. Это вон с левой части карты, видишь, там такой сосок торчит, это туда баскетбольная площадка. Так, а здесь все ты исследовал, что ли? Нет, не все, тут гренадер какой-то босс. Ну, блин, просто он когда меня встретил... Два дауна, кстати, нет. Изи. Это что за херня? Мультикартина. А, она на полу. Прикольно, что она типа упала с... Ну да, и в ней нихера нету, конечно же. Зачем здесь лабораторные стаканы нужны? Это типа мусор? Нет,
Не, алкоголь вроде, я слышал, какие-то бафы дает, типа, при что-то ремонте чего-то там, короче, там какая-то сложная схема непонятная. Так, я открыл. Я тут видел галюн, короче, типа, стоит кровать. На ней, типа, кровавое пятно, и, типа, к этой кровати подходит призрак бабы, такая приседает на коленки и начинает рыдать, короче. Нет. Да. Не взрывайся, дебил. Да, у меня тоже много модулей, где их тратить. А, мне надо силу вкачать, а то с меня броня сейчас валится. И надо зарядиться. Кстати, усилитель силы что до сих пор работает. С меня броня должна свалиться, по идее. Когда он кончится. Да. Стоп. Ага. Интересно, как... Во, вывалилась броня, что ты мне тут говоришь? Я, короче, иду такой на вывалилась, потому что, типа, у меня кончилась сила. Просто послабел, блин. Подожди, я не знаю, у меня одноклетки, короче. Ну ладно, антират выкину. Я, короче, без брони вообще. Где я вытирать? А, антират нужен, чтобы... от токсикации. Вообще не нужна, но я с собой то и то ношу, потому что я дурак. О! Вот и самый прикольный саундтрек был. Отмахнешься от муха. Типа, такой, идите от меня. Так, тихо, стой, стой. Мне надо зареветь, прокачаться. Чё мне надо? Какой ствол вкачать? Я даже не знаю. О, инерк, наверное. Инерк хочу вкачать. А, у меня мало модов. А где я зарядиться могу? Почему она взорвалась? Вот это взорвалась, я к ней подошел. Мне... Я уже обосрался, когда она взорвалась. Но... Может и не надо. Давай нахер отсюда, короче. Я хочу вообще химическую лапу найти, чтобы стволом пользоваться. Нахер его, короче. Я хочу лапу. Дай мне лапу. А, зарядка.
И ладно, ладно, ладно. Стой, а как туда попал? А! Я перелетел. Ой, Эми винтовка. Так, ну-ка. Это нахер. Да дай! Слышь. А, я все равно ее не могу носить. У меня 5, там надо 69 модулей еще. Найс. Нахер, короче, меч. Так. А, стоп, а если у меня энергия вкачана, значит, сейчас мечом, наверное, будет неплохо оружие. Да, я смотрел тоже это, типа, все хейтили этот меч. Так, и чё, я не вижу таким лаб. Так, S это Secure Computer. А вот это чё? Куда это ведёт? Активация люка переборки. Говно? Ну, я знаю, типа, это то, где мы были сейчас? Или это другое? Ну, судя по карте, это как бы то место, где мы были сейчас. Точно? А, и третий люк тоже. Класс. Не знаю. Наверное, сначала к Маринке можно зайти. Вообще надо встать. Вот. А, блин, я слепой. Налево, потом вперед, направо. Я просто нашел вам. Стоп, а сколько там телура-то надо? А, один. Где его искать? Вот он. Ой, закрытый ящик. Там жоп? Блин, а как я посмотрю, у меня телефон сел. Да. Да ё-моё, тупые квадратики, чё у вас так много? Я по 10 на них сорачу. Так. Я был, это, на Новосадовое, что-то... Новосадовое Московское шоссе, там, короче, просто эти ларьки, знаешь, там рыба и несет, короче, там, типа, ну, это... И там стоял маленький какой-то этот, ну, как это сказать, такая, ну, знаешь, зонтиком такая хрень вот ставит, типа, вот столик, типа, и там, короче, этих, коробка стояла, и там этих просто колорадок, там миллиард штук просто валяется, вообще, блин, страшно. И там какой-то чувак стоял, поц мелкий просто, за этим столом, блин. Вообще ужасно. Сколько у меня осталось... А, у меня уже бабки почти все просели на этих, блин, взломах. О, хакерский софт, третья версия. Опа, а чё это, чем это мне поможет, интересно? Так. Мне ещё ТЦ нужен, да, значит? А чё такое? А здесь его, наверное, нет, да? Конечно же, его здесь нет. Как же могут быть два элемента, которые нужны мне для исследования, как же они могут быть в одном месте? Угу. Наверное, в жопе какой-то. Я помню, мы с Глебом такие.
начали играть в хардкор режим, пока Денис что-то там то ли ушел куда-то, то ли в танках просто сидел. И такие зашли, такие. Знаешь, я еще поставил, короче, огроменную карту. Ну, то есть это, ну, то есть когда биомы нереально огромные, короче. Большие биомы поставил. Они прям вообще писец большие были, там все началось так атмосферно, мы короче, заспавнились в пустыне, мы долго-долго шли, мы могли сдохнуть просто от голода. У нас прям чуть-чуть уже хпшек оставалось, и тут просто свиньи, просто божественные свиньи, мы как этот, как, блин, лололошка такие, типа, свиньи, значит. Короче, купили свиней, нахрен, сырое мясо просто зажрали, чтобы не сдохнуть просто. И такие, ебич, мы выжили. Потом что-то долго очень ходим, такие, находим какую-то гору. Ну, знаешь, там очень красивые, типа, такие эти ландшафты получаются. Мы такие, думаем, а, давай залезем. Типа, залезли такие на гору просто гигантскую какую-то. Там снизу такая лужица была маленькая. Ну, ты знаешь, что дальше. Глеб такой говорит. Ща в лужицу попаду. Такой скорый спрашивает. Я такой вниз смотрю, там такой горизонтальный красный такой скин лежит. Все. Его запаяло. Он посадит. Ребенком зомби. Блин, 5 лет. Он же, наверное, просто в первый же месяц просто все сделал, все нашел, нахрен, все выкопал. Убил дракон 15 раз, просто его еще резнул, еще раз убил. Типа, что делать-то там? Нет, он, то есть, вот он уже все сделал, уже что можно было в этом говне. И каждый день он что делал? Он рисовал, что-то строил или что он делал? Зачем он в пещеру пошел? Короче, у него там свое, походу. Что-то это, где моя химди? Я ищу тут С отстань. О, химдекларация. Говно нет, ничего. Это какой-то редкий элемент, его вообще нигде нет, походу. Он, наверное, на какой-нибудь палубе один, просто там где-нибудь в жопе. А, ну хотя палуба один небольшая. Во, химдекларация. Да... Химдекларация. А знаешь, в чем прикол старых химических лап вот этих? А, я из них все перетащил, а куда хер знает? Короче, вот ТЦ нашел техницей, да. Конечно же, он существует в реальной жизни, и он на гидропонике 3. Знаешь, куда я дел эту лапу? Я не знаю, куда я дел. Она где-то есть. Ну чё? Аниме? Короче, я не знаю, куда... Я буду этот ствол, что ли, таскать, пока я не надумаю туда вернуться. Нам ведь еще назад надо будет возвращаться, куча всякого говна. Там еще какая-то комната, ствол, там что-то еще интересное. А! Ван Дэк. Нихай себе звук со стороны в этом говне. Yeah.
печку. Так, стой. Чё у меня есть из интересных пси? Ничего. А, пирополь у меня есть. Сейчас буду пирировать его. А, у меня нету восполнялки пси. У меня есть только... А, есть. Ура. Тут чё, засейвимся? Ну да, какая разница. Ой! А что я сделал? Нам еще в Кималапу возвращаться. Хотя, по-моему, вообще толку нет даже этим заниматься, потому что ствол какой-нибудь обсосанный. Да не, все нормально. Это мы ведь знали, ну теперь знаем, что надо делать. Знаем, что за дверью. Ты чё за чмо? А? Что? Я, короче, зашел в ту дверь, где вот этот чувак черный стоит. Я, короче, где-то секунд 4 продержался. Я просто шел, короче. Я там сдох, говорю, я не дошел. Нет. Что? Не. Мне же никто код не говорит. Сука. Червяк тупой, ты чё, блин? Пошел к компу, просто чаек заварил, чтобы это... А там вон оно чё. Да. Security access compromised. Security access compromised. Security access compromised.
вот этот ствол валяется. Мои где? Кстати, это, здесь же, короче, помнишь, тут на втором ярусе были закрыты двери, как типа вот, ну, этой рулонной хрени. Короче, типа они на карте-то помечены, что они там есть. Наверное. Так, а можно я что-нибудь туда кину, они все взорвутся, я потому что не хочу. Сюда иди, дура. На! А! Ты чё, паскуда? Фу. Киборг-убийца, блин. Изи вообще не почувствовал тебя. Низкий уровень психической энергии. Макросы. Необходим химический состав. Так, взорвись, ты уже идиот. Чмо тупое. А, все, он залагал нормально. Нет. О, тут патроны уж другие. Странно. А, не, не другие. Стоп, а это чё? А это, кстати, куда выход? А, я знаю, куда. Чё, я иду в химлаб? Почему? Ну, так я знаю, наверное, куда я его выкинул. Может быть. Может, нет. Я не знаю. Юр, я не знаю. Я быстро. Все. Я готов. Сражаться. Че, игру сохранить? Да, я нашел ее. Тихо, а можно я силу себе включаю? Можно. 69 надо модулей, ты прикинь, это что за жесть. А, я не зарядился. Ладно, батарейки есть. Так, там чувак, может его в ближнем бою...
так не... Стой, надо ауру себе врубить, короче, что еще? Целитель пси. На, я готов нагибать. Now, как бы, there we go. Сейчас взорву дверь. А, она взорвана. Ран! Чё, сколько он мне снял? 12? Ты чё сложился? Исследованный объект. Боже, я... Нет, не говорите, что надо прервать ис... Боже... Можно только один предмет исследовать. Жопа. Тут черви, кстати, ещё. Что это за херня, блин? Нельзя исследовать два предмета одновременно. Только необходимо отменить текущее исследование. Можно вы мне не будете говорить, что... Окей, исследую. Но это, наверное, будет просто... Эмо. Сейчас я полистаю, где он нахуй. А, там, кстати, не забыть про единички, которые... Стоп. На втором этаже, да, находится. На втором этаже находится закрытый комнат с кодом 1111. Там находится какой-то имбор. Вау. Да, вот молибден есть на этом этаже. Погнали. Не, ну как бы на этом этаже, но в другом. Все, аксессуары выйти. Я в червя наступил. Баскетбольный, куда нам сейчас надо, чтобы... Боже, не надо, я сказал! Отойди от меня. Чмо тупое, киборг-убийца, блин. А, их тут миллиард. Стоп, а можно они бронебойные? Сейчас я черги тебе попух. Чё-то мне надо силок. Ой! Фух. Я просто выкинул предмет, который исследовал. А, она вообще сломана даже. Тяжел 6. Хереть просто. А, и у нее 7 снарядов есть. А, она призмами стреляет. Спасибо, ФГ, про. Да блин, у меня был антитот один. А, мощный передатчик, алло. Вот он, блин, лол. Мы бы его потом искали 100 лет, если бы я не вернулся даже. Да. Как я его замечаю? Да нет, в смысле это. Ну как бы, я бы сюда вообще не пришел даже. Так, подбираем пароль. Первый это 1, потом идут 10, 4 и какая-то еще цифра. У меня всего около миллиарда вариантов. Сейчас переберем. Ой. Стоп, подожди, сколько там всего цифр? 5 штук там цифр. Штук. Так, смотри, значит, 1, 10, 4, 1 не подходит.
Так, теперь перебираем, короче. Нет, походу это хреновая идея. Ты можешь пока картинки поискать, если можешь. Зачем? Так удобнее, это интереснее там выбирать. Ну, 5 должно быть. Нужен техниц. Какой нахрен техниц? Его даже нет в природе. Жопа. 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 Ой. Жопа. Так. Это отпадает. Значит, десятка последняя. Стоп. Нет. Значит... Короче, у меня еще 20 вариантов, но главное хотя бы не запутать. Так, стоп, 20 точно. Подожди. Нет, не 20, хера. Но меньше сотни точно, да. Окей, сейчас посмотрим. А, стоп, не-не-не. Подожди. Нет, стой, на единицу начинается? Это все. Так, все, так, тихо, не мешай сейчас. А, стой, не 20 вариантов, не. 10. Сейчас попробуем. Ну-ка, давай. Так. Нет. А почему? Окей. Так. Нет. Так. Нет. Так. Нет. Так. Нет? Так. Да. Первичный доступ, короче, получен. Что она сказала? Стоп, а чё передатчик делает? Твоим коллегам удалось установить передающую станцию спорт-отсеки на этой палубе. Передатчик должен послать сообщение на Землю, чтобы предупредить её о случившемся на корабле. Так или иначе, это также обесточит ксеркс и сделает его уязвимым для меня. Как только ты сделаешь это, я захочу контроль над главной базой данных, а Нелида не подозревает о закрывании передатчика. Но охраняют эту секцию по своим собственным соображениям. Найди передатчик и включи. Передача ушла с сильными помехами, неважно. Мы уничтожим моих созданий прямо сейчас, будь наготове, я ослабила ксеркса. Я получила доступ к главной базе данных. Моя сущность сливается с кораблем в единое целое. Моя слава растет, заполняя артерии этого судна. Вся власть в моих руках. Это безнадежно. Раковая опухоль распространилась по всему фон Брауну. Они заполнили все щели и трещины, они подавляют. Выбора нет. Я активировала шахту главного лифта. Поднимайся на нем на 6-ю палубу. Я скажу, что нужно сделать, когда ты прибудешь туда. Интересно. Нам надо на вторую надо, и на третью надо. И на четвертую, кстати, тоже надо, наверное. Я не знаю, где лежит эта химлаба, которую я утащил просто. А, стой, может там в другой есть? Какие у меня лабы вообще здесь написаны? А, стоп. На одной палубе только одна лаба, что ли? Да, похоже. Нужно на третьей палубе, а на второй есть. А с второй палубы, по-моему, вообще стащил нахрен.
Да, там есть техница одна штука. Стой, а мы за молибденом мы идем? Он вроде здесь, да, находится. Червя наступил, блин. А почему это химическая опасность, если она биологическая на самом деле? Они меня что, травят ртутью, что ли, типа, когда я на них наступаю? Почему химическая? Типа, они же, я так понял, это когда ты в червя наступаешь, они типа в тебя проникают. Почему она химическая? Ну ладно. На. Ну это ладно, они потому что живут в космосе, им вообще пофиг. Стоп. Где? А, вот. КС. Смотри, КС есть. А, я еще кагобку не открыл. Тут какое дерьмо было. Блин, я не хочу с каким-то шансом ее открывать. Можно без шансов просто? Блядь, 55%. Я не хочу 55%. Я потому что в Расте пытался исследовать предмет с шансом 55%. 55% это мало. Да. 95 тоже, кстати. Надо хачам рассказать. Они приедут к этим в офис фейспанч с калашами. У меня взлом тоже завершен. О, сгустки червей, это, наверное, для какого-то ствола имбового. Рамблер. Так, куда отправляемся? Нам теперь надо выбраться отсюда. Да? Это помнишь был тогда на третьей, что ли, на четвертой? Ну, подожди. Командную палубу. Нет, палубу, а не рубку. Палуба это шестая. Ну, пойдем походу. Да. А. В этот. Может быть, вернемся назад? Давай назад вернемся. Там киборги, босс. Да. Чего так мотает? Опа, паукан, паукан, паукан. А почему тревога поднялась? Вопрос, да? Меня химон, я сейчас сложу, короче. О! Говно. Там, кстати, это что-то Шоден базарит, но здесь локализация как херовая, поэтому я вообще ничего не понимаю. Взорвись. Я резнулся из дома. Они бейзрейпят. Я не могу.
Ну ты чё, гнида, сдох? Тупая палка, ну... Блин, у меня была энергия вкачана, может, надо было мне лучше энергетической палки вкачать. О, ускоритель. Из спиды. Орган паукообразный. Это чё за хрень, блин? Не надо, я сказал! Взорвись, тоже идиот. Да, ресуются, паскуды. Блин, мне надо было просто пси использовать, чтобы загасить. Security alert terminated. Хочешь, я ее заново вызову? О. Чего? Полторы минуты? Нахрен ее вообще взламывать? Так, чё, куда надо? Ема. Карго гейс. Там какие-то карго гейс. Я боюсь туда идти. Там гей. Макей. Надеюсь, вы еще живы, миссис Делакруа. Здесь наверху нам совсем не помешало бы чьё-нибудь руководство. Их киберледи нагружают челноки этими яйцами. Не знаю, что они задумали, но похоже, они испуганы. Я слышал, что кто-то еще, кроме вас, сопротивляется. Должен же я хотя бы надеяться выйти отсюда. Я собираюсь просто прятаться, пока не пойму, что мне делать, черт возьми. А, кстати, надо посмотреть, от какой даты этот. А, 12 июля. А, стоп. Здесь показано, когда мы получили это сообщение, или когда его написали. Киборг нагнул. А, он бейсрейпит! Он бейсрейпит! Я встать не могу. Отойди, чмо. Фу. На тварь тупая. Чё, в них ресов нет никаких? Да в смысле, онлайн, я с респой не вышел. Она онлайн уже. Поезд. Какой нахер поезд? В смысле, ты чё, прям всё исследовал? А почему вот эта дверь не открывает? Охрана блокирует. Найс. А там как раз единичка, кстати. Волк какой-то. Ой, очень хорошее состояние. А у меня просто хорошее. Возьму его. О, а пси вкачать можно? Нет, нельзя. Чё я хотел вкачать? Я хотел вкачать, у меня есть силы. Энергию надо вкачать, там 69. Зачем мне энергию вкачать? Я не знаю. Опа! Ага. Челики Хэс сдохли. Хайд Хели. Патрон можно. Может пси-тюбики купить? У меня их нет нихера. Я купил больше патронов, чем хотел, но... Чё? Куда мы поедем? Боже, на этом корабле даже какая-то... Какой-то трамвайчик есть. Чё-то, блин, кек. А если... А если б я вышел из него? Я сдохну, когда я упаду? На. Здорово. Чё за варфейс?
еще яички где-то есть. А где яички-то? Блин, не слышишь яички, что ли? Там, во-первых, этот чувак сказал, что кибербабы грузили яйца на борт. А что здесь закрыто? А, там ничего не было. Да. Ну, вдруг я воткнулся, там все неправильно. Дай огнемет. Не надо! Жопа! Вон, слабо застрелилась. Не надо! Отстань! А! Не, нифига. О, они отвалились, наконец. Так. Чё по хацку? Сейчас я как пира в айкибер включу. На! 50%. Чё, пробуем? А, нормально. Да, блин, плазменный пистолет Аполло, охренеть, сейчас бы его разрядить. Да. А, стоп, а почему я стреляю, это как дебил с этого пистолета, если у него можно сверхрежим включить? Ну-ка. Во! А, это чё за херня? А, посмотри, как он стреляет. Смотри, смотри, смотри. Это его скорострельность. Он 10 тратит. Ну, обосраться. Нет. Какой следующий? А мы уедем? Стоп, мы что-то сделали на этой станции? Или мы просто здесь... Нет, мы сделали что-то здесь. Зачем мы там останавливаем? Почему ты... Ой. Че за херня на вообще не там? Пиздец какой-то. Я нашла тебя, наконец-то. Это доктор Мария де Лакруа. У меня есть для тебя жизненно важная информация, но я заперта в кузовом отсеке А. Найди меня как можно скорее. Она еще живая? Я нашла тебя, наконец-то. Это доктор Мария де Лакруа. У меня есть для тебя жизненно важная информация, но я заперта в кузовом отсеке А. Что за активация люка переборки? Чего, блин, все? Активация люка переборки. Зачем это везде писать? Это что за говно? Черта с два не справится со мной. А, они же живые, это же. О, нет. Это иллюстрация, короче, мы и вот этот чувак, если бы у нас не было этих палок. Это что с говно не смотрит? Штурмовая. А, ты под ней стоял? Там ствол валяется, чувак. А, я до сих пор с собой винтовку ношу. Блин, я идиот, мне надо было стандартное скачать. Стандартное до 6 мне надо скачать. Вдруг там что-то полезное в скобочках. Да, конечно.
Утилизатор здесь есть. А что он делает? И призмы здесь есть. А зачем? Что такое утилизатор? Нахрен он нужен? Он тебе нужен? Ура. Третью навык, вы чё, охерели? Я ствол себе. Что произошло? Зачем здесь столько лифтов? Это выглядит странно. Security system offline. Почему Хаска так много тратит ресурсов? О, я турель сейчас могу, шутку не могу, там четвертый навык. Хотя стоп. О, я перепрыгну. А зачем туда прыгать? Бля, у меня карта убилась. Я почему-то не помню, что показывали. Чувак, давай ты как бы это не будешь убивать, давай. О, он понял. А! Лагает. Паукан, паукан, паукан. Химическая опасность, я сейчас сдохну. Смотри, куда я попал. А можно мне антидот? Можно у меня третью? А, у меня есть костюм химзащиты, и он не поможет. А чё у меня красная дверь закрыта? Вот так же, как в самом начале было. А, стоп, или эта дверь вообще не нужна, это же типа эти... Это шахты для взлета. Да, у меня карта сбилась, я не там показываюсь. Блин, а как это... Ага, всё. Я всегда ваншот. Ребекка, у нас нет времени, забирайся в шлюпку. А, вот они где сели. Карта доступа к мостику, я получил к лифту доступ. А, эти дебилы улетели, типа. У меня на глазах, вон они взлетают. Точнее, из шахты они просто взлетают. Я тут, кстати, сдохну сейчас, но зато я карточку нашел.
Такой дверь открывает, там чувак стоит. Он вот эту вертуху делает, боже. Я грома кручу, короче. Я так... Стой, сейчас я посмотрю декларацию, у тебя вообще есть. Мне нужен ТТЦ, по-моему, техница. Да? Ну, айс. Не молил, блядь. Security access compromised. Security access compromised. Норрис. Чак. Блин, жаль, что здесь локализация этих говёная. Я бы хоть посмотрел. О, здесь есть логи от Шодана, чё? То есть это как бы лог от Шодана, а не ML. А, про Шодан эта тема. Политос сказала, что искусственный интеллект, насчет которого мне кажется теперь, что это Шодан, на самом деле собирается, сообщение прервано. Это сказал Делакруа. А, они вроде уже улетели. Процесс сбора данных идет успешно. До того, как меня заберет множество, надеюсь успеть передать немного информации всем, кто меня услышит. Большие парящие твари не только способны атаковать мощным пси-проекциями, но они и сами пси-проекции. Их уничтожение только временно выводит их из строя. Их истинный источник энергии в небольшом управляющем организме, который обычно находится где-то поблизости. Хотя этот организм весьма силен из-за этих проекций. Он весьма уязвим, если его обнаружить. Короче, он мне тут рассказал про каких-то летающих тварей, которые от мозга питаются. Вот, Нелады со шлюпкой. Заставить спасательную шлюпку снова работать было не так просто. А, здесь была любовная история, короче, Сауриса этого и этой Ребекки. Они, короче, улетели все-таки в итоге. Заставить спасательную шлюпку снова работать было не так просто, как мы думали. Бэк пришлось вернуться вниз на инженерную палубу. Слава богу, кому-то удалось снова включить лифты. Ха! Они, кстати, это типа они одновременно с нами делали. Здесь параллельно типа, идет сюжет. И когда мы типа находим ПДАшник вот сдохшего чувака, он на самом деле сдох недавно. Ты чё мне мух сюда притащил? Слава богу, кому-то удалось снова включить лифты. Я нашел ключ к капитанскому мостику и скорректировал протоколы доступа. Теперь, думаю, мы готовы брать сон. Они отключили центральный лифт. Что происходит? Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. А, знаешь, что мне сегодня приснилось? Я иду, короче, в школу, и меня отхерачила лошадь. Просто. И было так больно. И, короче, я думаю, в школу лучше не надо идти. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон, я был в своей комнате один, и вдруг там стал находиться не только я, но сотни меня, тысячи меня. Странно, но мне было хорошо. Я ощущал себя частью чего-то, к чему я принадлежу. Надеюсь, сегодня ночью этот сон повторит. Короче, их тут всех мэдит. Паранойя крепчает. Кто-то поменял коды доступа к пункту охраны в каютах офицеров. Теперь мы не можем получить ключ к управлению челноками. Мне кажется, что Майрис все, о чем думает, этот парень, теория заговора до голой девы. Сегодня утром я получил послание от Корень.
которому говорилось, что он прибудет проверкой. А когда он прибыл, было что-то отталкивающее. Это был Анатолий. Но это был не он. В то же время это казалось прекрасным, и я чувствовал себя частью этого. Он пел нам всем нам, и мы чувствовали себя частью мозга. Ой, у него голос изменился. Что-то происходит. Коренчкин заперся на третьей палубе. Он продолжает вызывать себе людей по одному. Вогел, Бойтон, Свидрик, никто из них не вернулся. Если они вызовут меня, не знаю, что буду делать. И Бронсон начинает поднимать шум. Ты старший офицер, ты должен действовать. Я бы хотел, если бы знал, что за чертовщина тут происходит. О, Кагобка Дген. Ой, я просрал псих. Блин, паукан не убивай его, пожалуйста. Классно, открыл коробку, а там говно. Да блин, у меня карты сбились, я вообще не знаю, где. Чё там, всё залутало? Когда мы на вторую палубу пойдём? Дальше. Просто. Чё? Где я? Ты здесь, наверное, был по-любому. Так то есть когобка не взломан. Червячки. О, я улучшил пест, у меня, короче, там обоим больше. Нет. Сломанный сундук. Как сундук может быть сломан? Почему он вообще сундуком называется? А, рундук там написано. Что я понял. Да, у меня тоже отбивается. А что мы вообще здесь должны были сделать-то, хоть знаешь? Что? А, вдруг Эми винтовка это какое-нибудь дерьмо. Шестой навык взлома! Там чё лежит? Боська Путина! И там просто по-любому такой открываешь, чуть три гранаты там висят на нитф там, и какая-нибудь херня была, там, бутылка. Ключ от домика уточки на озере. Везде эти призмы лежат, как будто я атомной пушкой буду пользоваться. Не, на самом деле... А, вот это вот в этом, наверное, заключается весь Immersive Sim, что типа здесь стволов до хрена, ты можешь выбирать развитие, типа ты будешь энергооружие использовать, обычное оружие. Или вон атомное дерьмо. Я здесь не был. Да я нигде, блин, не был. Ты там все облутываешь, я сижу, читаю, куда. Чё там за звук? Кто-то взлетает, только они уж как давно взлетели. Или
что это вообще было? А, это реактор тут какой-то, да? Что мы должны были сделать? Найди карту доступа... Что? Найди карту доступа к коррекции управления. Карта доступа к челнокам в пункте ЦБ в каютах офицеров. Недостаточной энергии. Карта доступа к коррекции управления. Где она может быть? Думай как разраб. Где может быть карта доступа к коррекции, блин, управления? В каютах офицеров вообще ничего нет. Там, а, там есть кагобка, которую надо взломать. Только не говорите, что ее надо взломать, чтобы открыть. Потому что там 6 той навык нужен. Я не хочу миллиард модулей тратить. У меня нету, потому что их... 6 навык взлома — это же жопа. Если здесь есть какое-то пси... пси-умение, которое взлом улучшает, то лучше уж тогда... Бизарр. Стой, ты уверен, что тут пусто? В смысле, на третьей палубе, мы на шестой. You performed well, Insect. I've transmitted some cybernetic modules. Choose your upgrades. У меня сила отвалилась. Choose your updates wisely. Я не могу чузнуть wisely. Где Хаск? Радар поиска живых существ. Такая херня просто. 50% защита от всех энергетических источников урона на 20 секунд. Нахера? Кому она нужна? Зачем? Это чтобы, типа, знаешь, типа мусора сюда накидали, чтобы выглядел, у кого-то здесь выбор есть. Пси-гипноз. Вот. Детектор полезных предметов. Рассеивание фотонов. Делает тебя невидимым. Нормально. Зачем? Не, ну я понимаю, что иногда бывает лень просто этих дебилов вырубать. Дистанционный взлом позволяет взламывать любое взламываемое устройство, не обладая навыком взлома, используя характеристику пси. Знаешь, что я сейчас сделаю с этим ящиком? Я сейчас вспомнил, что я с ним сделал. Я его взломаю. У меня есть отмычка. Думаешь, это простое? А у меня вон ничего. Не обладая навыком взлома, используя характеристику пси вместо кибернетики и затрачивая пси-силу вместо нанитов. Чего? Какая-то вообще непонятная херня, но ее надо накачать, я думаю. Хотя ни в одном это, в этом обзоре я про это не видел. Нет, читал. Да. Угу. Так. Из меня броня вывалилась. Что надо делать? А, надеть ее. Это. Так, надо попасть в каюты. И нахрен взломать там говно, потому что я умею. Так, вот это говно. Сейчас как взломаю. Сейчас чекать, что там будет, смотри. Аптечка самодиагностики, 6 эмигранат, 40 нанитов, большой лабораторный стакан и большой лабораторный стакан. Контейнер с защитой высшего уровня. Nice. Я просто взял наниты и аптечку. Все. Я просрал отмычку, которая может ломать все.
Не, ну мне вообще-то две осталось. И чё? Стоп. А ты тут все обсосал? Нам типа нужна ключ-карта, если она в одном из этих генераторов статического поля. Блин, это... Нам ключ-карты нужны. Ну, в задании что там? Найти карту доступа к коррекции управления. Мухи тупые из бабы вылезли. А, это не из бабы, это из мешков тупых. Гранатомет. О, здесь в каждой каюте, типа, мощный ствол какой-то валяется. Да, отмаец. Хороший кофейник. Опа. Все, меня можно на Ютубе банить. Нашел неприемлемый контент. Яйцо вазелина, блин. Тут столько грен этих валяется. Зачем? Я сейчас нашел спрятанную бабу, а в ней ничего не было. Я бы эту бабу даже не нашел. Тут везде гранаты эти обсосанные валяются. Следовал, кстати, тут ствол. Размножитель. Человек. В этом режиме поражаются люди. Анилид. В этом режиме поражаются анилиды. Стоп, а зачем мне его на людей использовать, если здесь людей нет? Стой, а вот эти... А, вот эти зомби, может... Нет. Или да. Ну ладно, ну-ка. Я его вообще взять-то могу. Нужен навык экзот 4. Зачем мне дерьмо нужно? Короче, ладно, я его исследовал зачем-то. Как его в ящик положить? Не знаешь? Я тоже не знаю. Я его выбрал. Стой, у тебя нет. У тебя четвертого экзота нет. Правильно. Я просто не знаю, мне дерьмо с собой таскать или надо. Мне с собой куча стволов ненужных, которыми я не могу пользоваться даже. Ну, у меня ими винтовка, штурмовая винтовка, я ими не могу пользоваться. У меня еще есть имплантат разум червя, зачем? Когда носитель получает повреждение, каждый четвертый урон. Ну вот, нахер мне. Я его все равно ношу зачем. О, нашел. Ну все, отправляемся. Что там, где? Я же, наверное, не... На чем ты там собрался? Че?
Стоп. Айтем 100. Боже, у меня карта просто сбита. Я вообще не понимаю, где... Чё, мы едем? Стой, а ты чё, на нём не ездил? По-моему, он нас в какую-то жопу приведёт. Либо мы там были, либо там чё-то не интересно. Там не ключи, не знаю. А, здорово. Я же сказал, там чё-то не интересно. Что за херню они стреляют, это что такое? О, тут Эми ствол валяется. Вообще сломанный. Но у меня есть в отличном состоянии. Вообще не прилично. А чё тут обезьянка такая? Зачем вы на... А чё ты сделал? Я еду. Да по нам чё-то шмаляло, короче, игра. Я до него не дойду. А, там турель стоит, который гранаты. Чему? Ща, все, я турель любил. А, я нашел модуль, сейчас сохраню. Все было бы забавно, если бы я забыл. Да? Было бы смешно. Знаешь, такая... О, музыка прикольная опять пошла. Да.